Привет, ребята! Ну что ж, Escape from Tarkov. Оцениваем, что у нас есть. Локация Бинтак. Фомка у нас. Так, на ремне. Ну, дробаш и, в принципе, для него парочка патронов. Ну, что ж, пам-пам. Ну, в Fortnite, в принципе, в кастомном режиме я помпой вроде бы владел. Так, далее, броня. Вот такая-то кираса, N. Ну что, ну, хоть какая-то броня. И шлем у нас, ой-ой. Так, и шлем стальной, ну, неплохо, в принципе. Погнали, ребят. Локация берег. Мне, в принципе, тот человек, который посоветовал эту игру, ой, капец, здоров. Капец. Капец, где меню эмоций? Капец. Он на английском говорит. Ой, нифига. Нифига, тут челик добрый прям. Капец, что это за лутали? Какой-то фиг, кому известный препарат. Ой, мертвый. Посмотрим, что тут. Может, у него что-то тут есть? Что-то у него есть, полюбас, чекаем. Короче, берем все, пофиг. Потом скупщику продадим все, вот так вот. Так вот, так вот. Потом скупчику все прям просто продадим по максимуму. Так, тут полутаем всю локу. Капец. Как говорить в ГС-чате? Объясните мне. О, батарейка, это ну пофиг. Давайте изучим, в принципе, это по-быстренькому. О, горбуши даже, нифига. Так, тут уже вроде бы все облутано. Где-то челик. Я не хочу без него. Он адекватно очень был. Но он, правда, говорил в гос-чате на английском, а я английский. Блин, еще один повод научиться говорить на английском. Так обидно. Так. Ну, далеко не мог уйти, в принципе. Я пока там лутал, все изучал. Нафиг изучал. Ну, капец. Давай без него остались. В солянку сейчас будем, получается. Еще и дождь. Терпеть не могу. Я во всех играх терпеть не могу дождь. Давайте чекнем, что тут у нас. Так, капец, где-то. Все. Так, ничего нету. Ну, понятно. Угу. Может быть, тут? Нет, нет, нет. Ну, полюбас. О, Жигуль, давай, Жигуль, подведи меня. Подвел меня. Автобус. Чё, автобасик? Чё, пассажиры выходим все? Так. Ну, понятно. Что, ничего не понятно? Никаких ресурсов не наблюдается на локации. Угу. Эскейп тогда делать? Ну, походу. Так, база отдыха. Угу, куда идти? Вверх или вниз? Ну, не знаю, давайте попробуем это вверх, в принципе. Но рез у нас реально классный. Смотреть, что это? Препарат. А, это медикамент какой-то, пон. Это какой-то медикамент. Угу. Ну, неплохо. Лутаемся, в принципе. В принципе, основной задачей тут является это просто тупо лутаться. Ну и сделать эскейп. Угу. Так, валим, валим, валим. Так, тут ничего нет, тут нифига нет. О-о-о! Тихо, 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 тихо. Да, зря только потратил энергию.
Ну там вертолет, тут полюбас что-то должно быть. Дикие места. О, будка. Ну обыщем, короче, все полностью обыщем. Давай, вертик, заходим внутрь. Так, что-то. О, что-то есть, походу, что-то есть. А, понимаю. Так, будем прям с вами жадно. Тебя очень жалко. Так. Угу. Ну и всякие там какие-то надписи. Так, пон. О-о-о-о, касса, пожалуйста, хоть бы там оставили мне что-нибудь. Пожалуйста. Капец. И тут ничего нет. Ну, а тут? Ну, магазин полностью залутан, еще до меня был. Так, медикамент. Ну, тут что, сто пудов что-то должно быть. Опти. Чекайте, прям дофига медикаментов, прям их реально дофига. Что-то полюбас. А, тут скорая. Пон, так. Обыск. Чекаем, что-то. Проверка. Все под контролем. Проверка. О, нифига, что-то новое, чекайте. Так. Какая-то фигня. О, прикиньте, это коктейль Молотова, пожалуйста. И мыло. Спасибо. Ой. Звездец нашел меня, чувачок. Итак, пацаны, сегодня мы кайфуем. Так, ну что, ребят, тиммейта нашли с вами. Дикого такого же. Ого. Что-то может есть. Так. Ну, пофиг, оставим какому-то новичку. Капец, ну куда и он свалил? Я не понимаю, реально. Никого. Тупо никого. Escape from Tarkovчик. Никого. Так, тут пусто. Угу, тут. Изолента. Ребят, тупо взяли магазин ленты, изолента сделали. Изолента, блин. Разработчики реально гении. Изолента. Блин, ну реально разработчики прямо вот. Так, чекаем. О, что-то было. Спираль нагревания, ну подойдет. Так, прям все, прям все обыскиваем. Угу. О, что-то есть. Вот что-то есть. Вот вроде бы мне нужно для. АЗС сейф? Опа. Неплохо, ребят. АЗС сейф. Проблема только знаете в чем? Что я не до конца помню, как отсюда... А. Капец. А в смысле, что у меня не работает? Настройки. Управление. Сейчас все найдем. Так, голосовой чат К. Капец, как в КС просто, ребят, как в КС. Почему? Угу. О, все. Вроде бы. Да. Маяк, разрушенная дорога, забор разрушенного дома. Капец. Ищем маяк. Просто ищем маяк сейчас. Стоп. Разрушенный дом — это не он. Так, народ. Может, нам сейчас забить и найти карту берега? Ценить, что это лишнее.
Есть кто? Алло. Уже сделал обыск. Жалко пацана. Вроде бы это разрушенный дом, нет? Да в Таркове все дома разрушены. Там вроде, ну, есть какие-то дома бизнес-класса, если я не ошибаюсь. Лазурные. Ага, спасибо. Мы уже видим очень прекрасные слова «встречи нас». Как видно, нас тут ждут. Не, звездец, локация реально какая-то. Я прям говорю, ребят, локация реально какая-то стрёмная. Капец, тут ничего нет. Не-не-не-не-не-не, я сюда не пойду. Ребят, игра Тарков, она вообще, вот я, знаете, я просто понимаю, что я, когда играю, прям ощущаю этот, можно сказать, такой небольшой стресс. Давай-давай, чемодан, я знаю, что тебя можно открыть. Давай. Кому ты мозги чешешь? Я тебя возьму и фомочку вот так тебе. О, вот так вот тебе. А давайте по стеклу сейчас. На игру еще нужно доработать третье. Тупо если сравнить ее с Last Pass. The Last Pass прям слишком реалистичный. Я вот тут бью стекло, и оно должно выбиться. Ну нифига. Ноги у меня вот так вот сквозь стену. А, ну тут нет. Значит, может пофиксили. Хотя нет, на развязке я уже 100 лет чекал. Не фиксили, нифига. Так. Мы ходим кругами. Тупо тут мы были. Там вертик, там мы тоже были. Надо нам тогда куда-то валить. Окей, не будем смотреть. Ну, мы сейчас ходим своими кругами. Зачем мне чё? Иди за нужда, моя. Дадим тупо ходить так вот поверху. А чё я не взял в руки ствол? Правда, дробовик, он, конечно, очень хорош на дальней дистанции. Ладно, сарказм. Упор-то, конечно, нам оружие игра выдала, но это вообще лучше, потому что так у нас еще не было. Ну и зум, конечно, тоже прям прекрасный, ничего не сказать. Еще ключ к там атомной станции электро. В общем, вообще все по кайфу так. Обыск, обыск, тупо. Ходим вокруг Локи, потому что карта берега у меня... Капец, что-то уже словили. Спасибо. Карта берега у меня на... Она у меня... Да, я ее покупал с копчика за 10 тысяч. Там гайд смотрел по берегу. Там карту купил. Но, блин, ну она у ЧВК. А я сейчас за диква делаю. Так-с. Обыск, обыск, обыск. Обыск. Спокойно, спокойно. Все тут нормально. Обыск проводится. А типа, я так понимаю, ему тяжело держать, поэтому эта синяя фигня тратится. Да, уже скоро ночь, а мы с вами картам. Меня выносливость. Ну, у меня уже 3-й левел, вроде бы. Вообще-то Степа Крымский. Вообще. Так, 11 рейдов.
6 выживших, 4 смерти, 1 без вести, ни одного покинувшего, 1 убийство. Угу. Я помню, да, один раз я там просто простоял дофига в АФК, это позашел и сам пошел играть в Fortnite. Простоял тупо дофига в АФК, захожу, осталось там буквально пару секунд, и тут все пропал без вести. Терпеть такое не могу. Ой, мишки, мишки. Ой, капец, народ, 10 минут осталось. Габелла, Габелла. Ребят, что делать? Капец. Вообще у нас осталось с вами 10 минут, чтобы свалить. Нет, пожалуйста, не надо. Ну, мне, собственно, ничего делать, как бы тогда.